Всем привет, друзья! Это очередное видео распаковок посылок с Алиэкспресса. Вот. На этот раз ко мне приехал Powerbank от Xiaomi. Заказал его 11 ноября. Ну, насчет этой даты, я, кстати, у меня есть видео. Я все рассказал, почему именно в этот день я заказал этот Powerbank. Вот, то есть все эти акции, там, скидки на меня абсолютно не действовали. То есть я просто захотел в этот день заказать очередную посылку. Вот, но, как можете видеть, ехала она ко мне не с Китая, а с Москвы. Здесь, кстати, вот можете увидеть. Вот, Москва, улица, индекс и все такое. Служба доставки IML. Я, кстати, чуть позже... Или прямо сейчас, не знаю, как будет вырезка у меня, расскажу, как я забирал эту посылочку. Вот здесь мы видим продавец, клиент, квитанция, все дела. Забрал, кстати, ее, да, 21 числа сегодня, но приехала она ко мне за 7 дней. То есть это огромный плюс этой службы доставки. Вот. Но забирать ее, конечно, было проблематично. Ну а теперь мы поговорим об службе доставки IML, IM Logistic, как ее еще называют. В общем, если проживаете в городе Новокузнецке, мне вас жаль, как и себя. В общем, есть два отделения, где можно забрать свою посылочку. Одно находится на Циолковского, другое на Мичурина. По поводу Циолковского, 9 отделения, где можно забрать вашу посылку, к нему претензий практически нету. То есть ориентир указан довольно точно. Вы проходите через дверь организации СИП Металлург Монтаж, звоните в домофон, вам открывает, вам сразу налево. Там вы сможете забрать свою посылочку по вашему номеру заказа. Вот, с этим разобрались. Но мне посылка приехала на Мичурина. Давайте посмотрим, что же на Мичурина. Как мы видим по карте, ориентир у нас стоит неточный. Он стоит вообще где-то на дороге. Можно, кстати, посмотреть по карте. Вот он, 8-й дом, вот 14-й. Так что, если вам пришла посылка на Мичурина, то вы можете забрать ее где-то вот здесь, вот, наверное. Скорее всего. Так, ну теперь чуть серьезнее. Ориентир получается неточный, все понятно. Вот он, указан адрес. Мичурина, 24. Так вот, ну по этой карте я вам не буду показывать, там мы ничего не увидим. Давайте посмотрим вот по дубльгису. Так вот у нас здание Мичурина, 24. Вот, сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Почтовое отделение номер 27, да? Запомнили. А здесь у нас ничего нету подобного. Вот, можете еще раз посмотреть. Так вот, захожу в это здание с просьбой подсказать мне, где находится вообще вот такая служба доставки, IML. На меня с таким видом удивительным смотрит. Вот, говорят то, что, ну, ты пройди-ка, короче, к складам. В общем, иду я, короче, к этим складам. Опять же, можно видеть, что здесь ничего такого нету подобного. Здесь уже нету почтового отделения номер 27. Вот, там есть, получается, у нас двери с домофонами. И написано, какие там находятся организации, то есть по домофону, куда именно можно позвонить. В общем, там я опять ничего не нашел подобного. А, благо, проходила женщина, там вообще глушняк, никого нету. Проходила, то есть я у нее спросил, где тут можно еще найти службу доставки, там транспортную компанию, что-то подобное. Она сказала, ну, наверное, за этим зданием можно что-то подобное посмотреть. В общем... Захожу в это здание, вижу вот этот вот ангар. Да, именно ангар. Вот. Тут у нас находится организация,
как раз вот, кстати, транспортная компания Байт Транзит Континент. Вот, короче, оно находится вот здесь вот у нас. Я уж подумал, что я опять разочаровался, то есть все, то есть тут ничего нету. Буквально на уровне интуиции вижу, здесь есть крыльцо. Поднимаясь по этому крыльцу по ступенечкам, и сразу налево у нас есть дверка. Вот. И вот как раз в этой двери находится АИМЛ, АИМ Логистик. Вот. То есть, короче говоря, вот этот 24-й дом, как у них указано на этом сайте. Вот их, кстати, официальный сайт. Вот, видите, Мичурина 24. Он указан неправильно. На самом деле это ангар 24 дробь 2 Мичурина. Вот именно там сможете забрать свою посылочку. И что бы еще хотел сказать, мне вот очень не понравилось то, что у этой организации, вот АМЛ, да, у нее нету никаких вообще ориентиров, то есть вообще даже близко. Ни здесь на здании, ни здесь на здании, вообще, то есть никаких ориентиров. Также даже вот на Циолковского 9 также никаких ориентиров, ни здесь, ни около здания, ничего нету подобного. Так что вот это, кстати, большой минус этой службы. Так что, возможно, кому-то это видео могло помочь в том, чтобы вы не блуждали, особенно сейчас на морозе, минус 25, минус 30, не искали здесь вот по всем зданиям. Вот. На все это, кстати, я потратил буквально 5 минут, потому что, ну, блин, холодно, то есть, и тем более у меня заказ. Вообще работали, получается, они до 5, по идее. Поэтому я уже, в принципе, опоздал, но мне было уже интересно, где находится именно вход в эту, блин, организацию. Вот, еще раз покажу. Вот в таком пакетике ко мне приехала эта посылочка. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим, что именно приехало ко мне. Ну так, покоцано надо чуть-чуть, вот тут буквально. Так, что-то у меня опять не фокусит. Так, ладно. Вон на что приехал, да. Приехала зарядочка от прикурителя вместе с ним. Я заказывал именно с зарядочкой для прикуривателя, потому что других паков не было. То есть все быстренько раскупили со всеми проводами и так далее, да. Вот мы можем видеть, у нас вольтаж, два разъемчика у нас, так что можно подключить, допустим, экшн-камеру, видеорегистратор, еще что-нибудь. Сейчас посмотрим сам Powerbank. Так, что-то тут у нас покоцано было. Ну, я отрезал с торца, поэтому это точно не мой косяк. Видим белую красивую коробочку. Вот такая у нас коробочка от Xiaomi. Так, ну, видим еще одну коробочку. Вот он, наконец-таки, Powerbank от Xiaomi. Как-то прям все так в натяжечку у них сделано, прям вообще, конечно. Вот такой у нас беленький, рифленый, чтоб не выскальзывал. По бокам у нас глянец.
Вот тут как заявляет, что на отдачу на наши гаджеты. Ну, блин, ты серьезно, а? На наши гаджеты будет уходить 12700 мАч на зарядочку. Тут у нас защитная пленочка есть. Мы издираем. Вот у нас разъемчики. Так что вот такой вот приехал, без дефектов вроде как. Что у нас еще приехало в коробочке? Сейчас посмотрим. Да, у нас есть один проводок. С этой стороны вот такой белый проводочек. Сейчас мы, кстати, можем сразу его проверить. Просто сделаем такой небольшой тест на работоспособность. Вот моя экшн-камера. В прошлых обзорах вы, наверное, видели уже, что я себе прикупил, на нее обзор записал. Ну да, все работает. Заряд идет, как можете видеть. Буду делать по нему обзор. Там уже будут все замеры. Вот, расскажу. Все, пишу, все характеристики. Вот. Так что подписываемся. Ждем обзорчика. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока.